Battle 1. Fight. Ring out. Battle 2. Fight. Мы наблюдаем финал Виндеров, да? Да, у нас у комментаторского столика сегодня Горхла из Петербурга и... Здорово, ФСС Кострамы. Гранд-чемпион и участник. Но мы слишком много уделяем внимания личности нашим комментаторам. Мы видим бросок, который проводит Белиал, который играет за Мицуруги. Безусловный фаворит сегодняшнего финала. И 2КБ блестяще наказано, 1Б. Аплодисменты, господа! Что вы скажете по этому поводу, Руфус? Про. Потрясающе. Мой коллега, как всегда, лаконичен, но Белиал идет наступление. Удар! Еще удар! Жестокие наносятся удары. Но не встречает его Килик. Что вы думаете по этому поводу? Он выжидает. Кто из них? Килик. Итак, у нас зашел товарищ. Это, представьте, пожалуйста. Николай. Николай из Нового Уренгоя. О, вот. Так, вот Килик взял. Что-то да, мы просмотрели, и Килик, да, что-то сделал определенно. Ух, какие страшные удары пали. Это что было? Белял перепрыгнул через его удар. Что сейчас должен предпринять, как думаешь, Килик? Больше Азора. Ой, делать негарантированную комбу, она работает. Как это неудивительно. Внимание зрителей, что как только Руфус начинает комментировать бой, Килик сразу идет вперед. Вот как только я начинаю комментировать бой, Мицуруги берет вверх. Поэтому предлагаю взять микрофон сейчас Руфусу. А, ладно, посмотрим. Белял атакует, заказываю. Все было очень реакцию. Молодец какой. Just a game. Хороший степ, все как у Про. Вот интересно будет издать микрофон Смаэлю. Потому что я вижу, что здесь какое-то хаотичное мельтешение ударов. По-моему, у игрока первый раз взяли в руки джойстик, мне кажется. Не получилось перебить Азуру. Ох ты, 2КБ. И оно не наказано. Белиал щемит. Просто щемит, я не побоюсь этого слова. Он наказывает захват. Еще пинок, еще. Самурай. Ох, а вот это 6-6К зафейленный, но... Да, степ зарешал. И ударом Филиппа Киркорова он завершает раунд. Так, какой у нас счет-то? 1-0. Белиал, безусловный фаворит, показывает, что он не зря заслуживает и носит титул чемпиона уничтожителя вселенной и всех миров обитаемых. Зону, кажется, не меняют. Так, удивительно, но там те же игроки, Мицуруги и снова Килик. Да, это мне даже кажется странным. Вот, 1Б, супер коронная опция и полная комба вписывается в несчастное тело Мицуруги. Что вы об этом думаете, Руфус? Граунд заставлен на 1Б, выводит Килик вперед. Теперь главное дожать. Потрясающе. Я вижу ужасно там мечом. Разрубленный череп. Брыжут мозги Килика. О нет, это просто потрясающе. Какая жестокая игра. Удар палкой перешибает. Он прощупал ему ножки. Но кто же победит? Напряженная концовка. И оба игрока слишком хорошо знают друг друга. Я сейчас предчувствую удар в ноги, скажу. Я знал это. Черт. Я не могу в это поверить. Эдж одолел Беляла. Но удар Филиппа Киркорова с жестом. А зря, надо было огненным как паять. Вот это был, ох, как Белиал майндгейм демонстрирует и наносит страшный удар в область поясницы. А сейчас он будет рингаутить. Он готовит релика, господа. Но Эдж знает, что будет релика, поэтому Эдж как бы не жрет его. Поэтому Белиал переходит на простые поки и снова Киркор. Но в это время в ВСК... Господи, Рубус, скажите что-нибудь. Тут смотреть надо, что тут говорить. Все настолько круто, все настолько отточено. Мой коллега, он испытывает ужасные конвульсии восторга и не может комментировать этот бой. Он тут выступает в пароксизме просто. Вот, поэтому комментирую я. Я немножко погружусь в историю, пока эти люди соревнуются. Они сражаются между собой уже 20 лет. И никто из них не может одолеть друг друга. До сих пор. Вот. Я думаю, что со временем Мэш засилит, хотя пока Белиал, короче, мышит ногами, просто откровенно. В Питере назвали бы его крысой, но мы, к сожалению, не в Питере. Эдж запалил бросок. Вот. Но он продолжает наступать. Эдж, делай Азуру совет тебе от нас. Вместо этого Эдж жрет удар. Блин, я не понимаю, почему это делает. Мы даем слово нашему специальному гостю из Нижнего Новгорода, который пьет пиво на заднем плане, или Алана.
Лиолан отказывается говорить. Поэтому придется говорить мне, меня бросили в центр злой судьбы. А вот Лиолан все-таки вызывается говорить. Прокомментируйте, пожалуйста, ход поединка, что вы об этом думаете? Я думаю, что просто Белял сегодня не может. Не, Белял ничего не может? Вы правильно думаете? Нет, нет, нет. Просто обязан победить. Я знаю, этот человек очень хороший человек. Его собака недавно заняла первое место на... По-моему, на... Нет, на... Я насколько помню... По-моему, насколько я помню, по Текину она заняла второе место в Греции. Между прочим, это самый тут решающий раунд, и поэтому отвлечемся от собаки и посмотрим. Эш проводит бросок, но Белял вырывается из него. Белял наступает. Очень агрессивная игра. Очень агрессивная. Белял жмет, не дает ни секунды пространства, но 2 КБ наказан. Эш атакует. Я знаю, что сейчас будет. Бросок. Нет, я не угадал. Я думал, Эш будет делать ВСБ. Белял продолжает атаковать. Эш отступает. Эш заманит Беляла. Тщетные попытки пробить твердую защиту суперчемпиона. Белял наказывает его киком. Эдж отступает снова. Эдж принимает активное решение. Но Эдж вместо этого получает очередные страшные комбо. Белял сейчас майнгеймит. Сейчас Белял будет выходить в релик. Ну, вместо этого, да. Ну что, поздравляем победителя. Всем спасибо. Спасибо, Руфу.